Народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового зрители встречают бурными аплодисментами. Букет от правительства города вручает заместитель губернатора Юрий Кривов. Творческую встречу с севастопольцами актер начинает с краткого рассказа о себе и воспоминаний о военном детстве. Великую Отечественную он встретил 7-летним мальчишкой в селе Стримба Одесской области. Мама нас отправила вновь до дедушки, до бабушки, поручив это кондуктору. Мы вышли на станции Абамеликова Кодымского района Одесской области с поезда. Над нами летели немецкие самолеты бомбить Одессу. В театрализованных постановках будущий артист участвовал еще в школьные годы. С отрывком из романа Льва Толстого «Война и мир» выступал в 13 лет. Эпизоды из любимого произведения запомнились на всю жизнь. Наташа в первый раз живо представила себе то, что ее ожидает там, в освещенных залах. Музыка, цветы, танцы. На творческой встрече Василий Лановой много шутил, вспоминал истории, происходившие на гастролях, рассказывал о коллегах и товарищах. Многолетняя дружба связывает его с заслуженным артистом Крыма Константином Фроловым. Культурную программу для севастопольского зрителя также готовили вместе. Песня «Актерская судьба» посвящена Василию Лановому. Как в бесконечный бой зовущая труба, актерская судьба, актерская судьба. В Государственном академическом театре имени Вахтангова Василий Лановой работает 60 лет. В кино снимается на 4 года дольше. Знают артиста прежде всего по советским фильмам, среди которых офицеры «Алые паруса», Павел Корчагин. Лонового я люблю с детства. В него была моя мама покойно влюблена, была всю жизнь Лонового. Все его фильмы всегда смотрели. Очень так содержательная личность такая. И, в общем, я восхищаюсь, что он с возрастом как бы почти не меняется. Он всю жизнь с нами был. С самого детства, с «Алых парусов». Только вот с такими актерами, я считаю, можно возродить именно патриотизм нашей страны. Со сцены прозвучали десятки песен и стихов от русской классики до военной поэзии и современных произведений. Знаменитую композицию из кинофильма «Офицеры» публика слушала стоя. Этот взгляд словно высший суд. Для ребят, что сейчас растут, и мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу Василий Лановой признался, поездки в Севастополь для него настолько значимы, что сравнить их может лишь с посещением храма. Храм не может быть ни чистым, ни другим и так далее. Вот город Севастополь такой же. Это замечательный русский символ русского героизма. Финальный номер артисты исполнили дуэтом. Белая гасы, гроздья душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Анастасия Синица, Павел Булгаков, информационный канал Севастополя.